Всем привет, приятного просмотра. Продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну а теперь начинаем убивать хреновую тварь. Называется кентавр. Боги! Нить, что помогла Тесею выбраться из лабиринта. Куда она ведет? Зверь был в ярости. Должно быть Никиос. Кольцо можно отдать Ардесу. Я уже был здесь. Ugh!
Стоит просить больше за убийство мифических существ. Не верю. Я убил Минотавра. Мама гордилась бы. Минотавр мертв. Спасибо за помощь, Ардес. А где папа? Я обошел весь лабиринт. Мне жаль, Ардес. Жаль? Почему? Слушай. Ты обещал вернуть его. Лжец! Иди назад и найди его! Ардес. Ты обещал! Он мертв, Ардес. Мертвых не воскресить. Но можно жить дальше. Я боюсь забыть его. Не хочу его забывать. Возьми. На память о нем. Кольцо отца. Спасибо. Спасибо. Надо выбираться. Что будешь делать теперь? Не знаю, Мистий. Без папы! Я не знаю. Вместе вы что-нибудь придумаете. Ардос! Помни, ты не одинок. Всегда есть те, кому ты не безразличен. Не лезь в неприятности. Не могу этого обещать. Я прослежу, Мисти. Спасибо. Идем домой. Хорошо. Прости, что украл диск. Я понимаю. И твой амулет. Амулет? И коллекцию колец. Так вот где. И твои мемуары. Я их еще не закончил. О, боги, ну...
нам все время что-то красть, Ардас. Но я в этом хорош. И краду у тех, кто этого заслуживает. Я не заслуживал. Ты не хотел говорить со мной. Ну, я... Меня не было. Может, я и заслужил. Вот и я про то. А уж все золото. Что? Ардас. Надеюсь, ничего не... Фу! Хочешь с кем-то сразиться на арене? А,
Я буду биться с загадочным противником. Скура сказал, за него болеют даже боги. Посмотри вокруг. Ощути это. Вся моя жизнь вела к этому мгновению. Война, битвы на арене, моя дочь Анаия и ты. Ты, Мисти. Зачем этот бой? Я снова живу. Благодаря тебе я снова живу. Как же твоя дочь? Подумай о ней! Я постоянно о ней думаю, Мисти. Особенно сейчас. Одумайся! Ты не понимаешь, что делаешь, Скура! Нет, я все понимаю. Ты будешь со мной сражаться, Мисти? Или же я просто зарежу тебя? Нет, друг. Мы не будем драться! Тогда приготовься к смерти! Умри! Неплохо для старика. Неплохо для старика. Совсем неплохо. Так и думал. Как же твоя дочь, Анаия? Анаия мертва уже 9 лет. Ты хотел встретиться с ней так? Я боялся, что она увидит меня таким жалким и никчемным стариком. Но благодаря тебе я понял, что могу предстать перед ней другим. Прийти к ней героем арены. Она будет гордиться мной. Конечно. И я горжусь. Я расскажу ей о новом герое арены, благородном воине. Спасибо, друг. Спокойно здесь, да? Все мы мечтаем их обрести. Почет и покой. Как их заслужить? Покой и уважение. За нас должны говорить поступки. Они то, что остается после нас. Важнее всего, какими нас запомнят. Каким ты запомнишь Скуру? Я запомню его таким, каким он был. Героем арены. И другом. Толпа не знает отдыха. Вернешься со мной обратно на арену? Пойдем.
дни сочтены. О, пио налгош. Лиз вастах, дона. Исфадасиан, плео. По местам! Капитан на борту! Варнава, ты не поверишь, что случилось в Миссаре. Хотя, наверное, поверишь. Я тебя слушаю! Я нашел у Кноса легендарный лабиринт. Ты был внутри? Я победил Минотавра! Как интересно! И все? Вообще-то речь идет о богах, Геродот! Скажи, как выглядела эта тварь? Так ли он зверев, как говорят? Да, так. Не запах источал жуткий. Как вообще можно поверить, что... Я вырвал у него рог. О, боже. Ты настоящий герой! А этот артефакт обладает особой силой. Пусть не должен заполучить его. Шторм, капитан! Watch!
потеет, пока Аполлон не начал завидовать нашим глазам. Вот он где. Надеюсь, меня еще не заметили.
Я на секундочку отойду.
время для песен и для вина, если повезет. Похоже, будет шторм! Зовут украшенной стеной логово сирен. Будь осторожен! Это тут.
этот звук? Здесь и правда есть сирены? Нужно заткнуть уши воском на всякий случай.
Прошу, пощади нас! Не бойся, я освобожу тебя. Что ты здесь делаешь? Говорят, сирены поют так сладко, что мужчины идут на гибель, лишь бы услышать их. Ты не представляешь, как тосклива жизнь рыбака, влюбленного в стихи и музыку. Ты пришел сюда сам? Я не думал, что меня ждет это. Когда я все понял, было уже поздно. Я нашел Авлос. Ты что-нибудь знаешь о нем? Он особенный. Его забрали у женщины, которая сбежала. Но это было давно. Тут полно женщин, жаждущих крови. Кто они? Они немы. Берут мою кровь, кипятят и пьют. Ночью проводят ритуалы и кричат. Я так устал, совсем не сплю. Помоги. Так что ты здесь делаешь? Говорят, сирены поют так сладко, что мужчины идут на гибель, лишь бы услышать их. Ты не представляешь, как тосклива жизнь рыбака, влюбленного в стихи и музыку. Ты любишь стихи и ловишь рыбу. Я предлагаю тебе наслаждаться и тем, и другим, и не сидеть в клетке, как зверь. Что угодно, лишь бы сбежать. Встретимся на моей адрестии. Обещаю, ты не будешь разочарован. Давно я не видел такой доброты. Спасибо. Κίνησε αυτόν. Let's
Попробую найти укрытие.
Алексиос? Алексиос Хайре! Как? Я не тратил времени даром. Некогда объяснять. Помоги. Иди со мной и забудь о прошлом. Иди, повторять не буду. Если тебе нужны деньги, я плачу больше, чем кто-либо еще.
Да чего проворен? Донеси меня до дома, он по ту сторону горы. Тащить тебя всю дорогу? Я так слаб, так хрупок. М-да. Виноградник снова. Я сама последовательность, друг мой, кипит. А, вот так. Когда нужно скрыться, ты лучший. Не за что. Алексиус, прошу, располагайся в моем новом доме. Конечно, я не ждал гостей, но нужно быть готовым ко всему. Вина? Маркос, не верится, что ты здесь. Напрасно, друг мой. Я человек не одного города, но многих. Кто я такой, чтобы лишать мир того, что я могу предложить? Что привело тебя на Кос? Я кое-что узнал про почву. Понял, что винограду в Кефалинии не место. Да и вино здесь любят. Вино любят все и везде. И думаешь, выгодно торговать там, где правят воры и наемники? Вовсе нет. Давно здесь? Достаточно, чтобы снискать славу лучшего торговца вином на Косе. Ну, то есть единственного. Местные рано или поздно смирятся. Ты проделал долгий путь. Кстати говоря, ты тоже. Ну, ты нашел то, что искал? Пока нет. Надеюсь, тебе повезет так же, как мне. Я нашел свою маму. Здесь, на Косе? Ее дом здесь, значит, и мой тоже. Познакомься, мама. Свою маму? Ты говорил, что она мертва. Да, это приемная мама. Мы стали так близки, она сама настояла. Хватит, Маркос, правду. Ну, мама владелица виноградника. Его хотели продать на аукционе после смерти ее мужа. Я не мог не вмешаться. Значит, ты решил ей помочь. Благородно. Нелепо, что такая чудесная женщина не может получить свое наследство. Теперь мы ведем дела вместе. Все верно, мама. Молчание – знак согласия. Она делит землю с любимым сыном. Со мной? Я не забыл, что у Маркоса всегда есть план. И это один из них. Алексиус, когда это было? Теперь я живу тихой жизнью. Тебя держали под замком. Тихо ли? А, к слову сказать, у меня возникли неприятности. Неудивительно. Но ты можешь избавить меня от них, правда? Я полагаюсь на тебя. Валяй. Как всегда. Только взял в долг деньги, а меня уже называют плутом Коса. Все из-за Цербера. Он судил больше всех. Кого-кого? Ах... То циклоп, то цербер. Надеюсь, он не трехглавый пес. Что за глупости? С циклопом все было не так. Сейчас я хочу заключить мир и поднести мое лучшее вино. Лучшее? Может, сносное? Алексиус, ты мне как родной. А раз мы семья, уверен, ты не бросишь меня в беде. Ха,
Уверен, значит. Обещаю, в этот раз я заплачу. Отнеси вино Церберу и все. Что ж, по старой памяти. Ты надежный человек! А Цербер получит отличное вино к ужину. Он у себя дома. Надеюсь, Цербер не кусается. Ja nukistanumme. Здесь родился Гиппократ. Столько трав. Понятно, почему он стал лекарем. Не вздумай приближаться. Нужно действовать осторожно.
Это ты, Цербер? А ты кто? Фух, голова одна. Я принес дар. Ты пробовал вино Маркоса? Лучшее из лучших. И какое оно? Любителю вина понравится. Вкус глубокий. Вы не задобрите меня вином. Я не забываю, кому одалживаю деньги. Маркос хочет мира и благодарит за терпеливое ожидание. Выпей со мной, раз вино хорошее. Ладно. Это отрава! Нет, лишь вино. Ты обманщик. Что-то мне дурно. Стража! До сих пор привкус вина Маркоса. А, ты вернулся? Ну и как? Хотя знаю, Цербер хочет еще одну амфору. Нам стало плохо, Маркос. Не верю. Лучшая партия. Невозможно. Не мог сказать, что хочешь его убить? Так я сказал. Я новый Маркос. Не убиваю, а несу добро. Но весть плохая. В общем, теперь он мертв. Мертв? Отлично. Осталось разобраться еще с двумя. Что? Цербер — это трое мужчин, братьев. Вот почему они Цербер. Ясно? Как вовремя. Значит, его братья будут мстить. Как же быть, как же быть? Что же это я? Алексиос, ударим сами! Что? Каким образом? Мой лучший друг, наполовину бог. Это как иметь маленькую армию. Что ты намерен делать? Мы их запугаем. Угроза — это как встретить медведя. Очень страшно. Нужно поджечь дом братьев. Если быть точным, амбары. Плохая идея. У тебя есть повод не доверять мне? Впрочем, не отвечай. Доверься. Ну, как скажешь. Вряд ли сработает. Я не зря готов пожертвовать возможными клиентами. Хочешь, я сожгу посевы? Не стоит. Это целебные травы. Нас интересуют амбары. Сожги их. А почему ты сразу не сказал, что их трое? Я думал, ты знаешь. Это не первая тройня в их семье. Слишком много церберов. Будем надеяться, что они не расплодятся. Я схожу к амбарам. Не щади их. Амбары находятся в городе Астипалея. Рядом будут головорезы. Ясно.
опасен. Один амбар есть. Еще один амбар. Пойду навещу Маркоса. Цербер оставит тебя в покое. Ну, похоже, что нет. Я видел одну крестьянку, очень грустную. И? Кажется, я мог... То есть я случайно, само собой, отправил тебя не туда. Я сжег не те амбары. Я был уверен, что это амбары Цербера. Ты должен поверить мне, я ошибся. Я сжег чужие амбары, как знал, что что-то не так. Я помогу им отстроиться. Больше я не подведу. Одни напасти. Мы знакомы с тобой так давно. Кто может простить меня, если не ты? Кто-нибудь терпеливый. Хочешь, чтобы я умолял? Я согласен. Спаси меня от Цербера. Маркос. Разве я подводил тебя? Пару раз, да. Может, и больше. Но не бросай меня, прошу! Нельзя уберечь того, кто делает глупости, Маркос. Вспомни тот день, когда я нашел тебя, Алексиос. Это был твой час нужды, и Маркос пришел на помощь. Теперь ты помоги мне. Я расплатился с тобой. Не отрицаю, но Цербер спустит на меня своих собак и головорезов, и я погиб. Помоги, и мы преуспеем. Опять ты о своих, мы. Послушай-ка, за помощь ты получишь топор моей мамы. Она была воином. Хочешь верь, хочешь нет. Ладно, поживешь пока. О, я не слышал слов слаще. От меня трудно избавиться. Поэтому я еще здесь. Как вовремя. Они рядом, слышишь? Ну что ж, Маркос, вот и все. Это конец. Пошел! Попробуй! Yeah!
Победа наша! Я бы сказал, что был неуязвим, но боюсь сглазить. Да, потому ты и жив. Шучу, шучу. Я тебе жизнью обязан, Алексиас. В награду ты получишь мою дружбу и море вина. Возрадуйся. А, и топор мамы. Жизнь стала простой. Благодарю. И как я без тебя? Жизнь без приключений – это то, что тебе нужно. Зато они ждут тебя. Заходи ко мне на чашу вина. Да, там видно будет. Нужно быть осторожным.
Зевс вырос в этих пещерах. Проваливай! Ah!
Малака, души! Рассвело. Anthropos, Toriadon, Ferris. Ah!
Умри, наконец! Только мрамора, а здание у порта не готово. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Αδύνατον εστί έχει βελτιώσει σου.
Καλαύσιος έχω. Από τον θάλασσα να ο καιρός με νετώσες. Это храм бога вина Диониса. Маркос был бы в восторге. Oh!
Тебе здесь не рады. Уходи!
По местам! С возвращением! Thank you.
Прекратите! В воде что-то есть! Капитан уходит! Полифем пишет потрясающие стихи. Δε
Если меня тут заметят, будет плохо. Сюда! Спасите! Большое спасибо! Я этого не забуду!
Не стоит здесь оставаться. Здесь так тихо. В остальной Греции все иначе. Что есть вести о моей леди?
Я нашел этот Авлос у трупа Сирены, скажем так. Авлос! Леда любила их. Думаю, она играла, пока Сирены пели, сводя мужчин с ума. Совсем как она. Уверен, Сирены сдружились с Ледой. Она была пленительна. От ее песен я терял разум. Если Леда жива, я найду ее. Всем приготовиться! Капитан, мы тебя ждали! Полифем пишет потрясающие стихи. Полифем пишет потрясающие стихи. Открытое море! Помолчи! На таран идем!
покинул мостик! Thank you.
Что-то там мешает. Нет, 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 горю!
Так это медведица Калисто.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Тише, тише. Проваливай отсюда. Стой. Let's go.
А мы правим хаосом и не щадим своих врагов. Ха-ха-ха!
Лишь бы не заметили. Культ космоса обратит старый мир в пепел и построит новый.
Кинжалом покончено, но Агапий мертв. Этот день останется в истории наших побед. Но для меня он всегда будет днем скорби.
Возвращайся, как сможешь, капитан. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
Кто это свистит? Где-то здесь бродит убийца. К оружию и бегом сюда! Удалось что-нибудь найти? Нет, упустили, но ничего. Ищите! С радостью выпущу тебе кишки. Сразу скажи, как что-то увидишь. Я здесь никого не вижу. Будьте начеку. Идем по следу. Я сам тебя убью. Ah!
Найду. Ugh.
Твоя смерть мне в радость. Могут и сирену баюкать, но пора прекратить. Малака, что же мне делать? В чем дело? Я посвятила свою жизнь Артемиде, но дочери Артемиды сказали, что для них я слишком слаба. Все люди хотят найти свой круг. Всегда хотела стать частью чего-то большего. Теперь я просто перо на ветру. Ты сама себе хозяйка. Потеряла смысл жизни. Найди новый. Новый смысл жизни? Я не знаю, с чего и начать. Нет, так просто я не сдамся. У меня есть идея. А? Я все равно стану дочерью. Проникну к ним в деревню и стану там жить. Поможешь? Я отдам все свои деньги. Я помогу. Но дочери очень опасные. Если они узнают... Я не боюсь. Пожалуйста, найди мне доспехи, шлем и обувь дочерей Артемиды. Где мне искать их обувь?
Среди скал на западной стороне деревни есть пещера, где дочери тренируют новичков. Я оставила там свою обувь, когда меня выгнали. Не подскажешь, где найти нужный тебе доспех? На юге деревни стоит небольшая застава. Там хранятся доспехи. Они ее едва защищают. Так. Из-за этого на заставу недавно напали дикие звери. А. Скажи, где мне найти шлем? Ты найдешь его возле хижины самой известной охотницы, близко к центру деревни. Я вернусь со снаряжением. Спасибо, Мистий. Но тебе придется двигаться незаметно. И, пожалуйста, не причиняй вреда дочерям. Готовьтесь отплывать! Рад тебя видеть, капитан! Ну что ж, на этом пока что все. Продолжение следует. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо.